Пронизанная любовью и теплом в центре города открылась экспозиция художницы Анастасии Романовой. «Приданное» – так называется выставка из 80 работ в различных техниках. Название выбрано не случайно, Анастасия вложила в него сакральный смысл. Не материальные ценности, а духовные. «Приданное» для автора не сундук с драгоценностями, а таланты и умения, которые наследует девочка. Мастерица рассказала о значении символов, зашифрованных в экспонатах. «Крылья для меня – это символ творчества, полета, вдохновения, мечты и так далее. Ключ, дом, сердце, птицы, окно и так далее. Ну, то есть выставка заставляет задуматься о подлинных истинах. Коллажи инкаустика, а также экспериментальная техника с объемными изображениями. Всего лишь два слоя стекла, капли витражной краски и картины буквально оживают. Нестандартные арт-приемы вызвали интерес у зрителей. Гости выставки поделились впечатлениями. Атмосфера очень уютная, то есть очень хорошо, очень все красиво сделано, очень приятно. Красивые коллажи, красивые картины. Ее работы очень женственные, очень творческие. В них есть хороший наив, и он такой приятный для нас, девочек. Открытие экспозиции прошло при свечах душевной камерной обстановки. Приданное Анастасии Романовой разместилось в известном кузнечном дворе Корч на Федерации 21. Выставка будет радовать гостей 3 месяца. Виктория Чиркова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.